На творчество нас подтолкнула любовь. Мы влюбились в двух ребят, они очень известные, поют в разных группах. И чтобы быть к ним поближе, чтобы иметь возможность с ними пообщаться, мы создали группу и назвали ее «Тема». Первые шаги делать, конечно же, очень тяжело, с учетом того, что у нас нету богатых родителей. Нам приходится всего добиваться самим, в чем нам помогают наши друзья. Да, и мы очень рады, что таких людей становится все больше и больше. И среди наших друзей есть люди, которые работают на телеканалах, на радиостанциях, журналах и газетах. Спасибо им огромное. Некоторые песни пишут нам продюсеры, некоторые песни мы получаем через интернет. Кстати, если у зрителей телеканала будет желание написать для нас песню, вы можете присылать ее через наш сайт supertema.ru. А нашим имиджем мы занимаемся сами. Вы спросите у тех средств массовой информации, которые это делают. Наверное, им так хочется. А у нас хорошая дружба. Дружеские отношения. Если Ване нужна помощь, мы ему помогаем. Если нам нужна от Вани помощь, он нам помогает. Допустим, в клипе, который вы сегодня увидите, Ваня принимал активную участие. Активное участие. Мы не можем вам сказать точно даты, потому что мы еще работаем над своим альбомом. И у нас очень много песен, и мы еще не решили, какие песни войдут в альбом, а какие не войдут. А над некоторыми песнями нам еще нужно чуть-чуть поработать. В данный момент мы над ней работаем, мы хотим, чтобы она была интересной и удивляла наших поклонников, а также мы хотим отличаться от других исполнителей. Например, в своих выступлениях мы используем элементы акробатики.